Привет, ребят. Всем привет. Вы тут в намордниках. Угадаете, в каком магазине? Как думаешь, угадают? Я думаю, да. Да. В Костко мы. Мы в Костко. Значит, сегодня у нас там буквально парочку вещей будем закупать. И мы решили записать для вас видео. Поэтому, кому интересно, присаживайтесь поудобнее. Ну и погнали с нами, правильно? Да. Смотрите, кое-что новенькое. Этого я еще не видел. Это карточки на Uber Eats. Берешь такую одну карточку и как-то ты ее открываешь, и на $100. Там две карточки по 50. А, две подарочные карточки тут, да. Кстати, смотрите, вот это всегда в Костко мне нравится, то, что ты можешь за 80 реально долларов купить две карточки, на которых реально денег будет по $50. Кстати, вы не знаете, как это работает? Как они могут сделать такую скидку 20%? По сути, а сами дарят тебе их больше. Проспонсорил Uber. Точно, наверное. Проспонсорил Uber. Так, ну что, мы сегодня что закупаем-то с тобой? У нас есть пара вещей, которые надо. О, как тебе вот эта штука, а? Как тебе этот робот? Робот это что, пылесос? Крутая штука, но у нас это два этажа и неудобно, наверное. Он по ступенькам прыгать не умеет еще? Нет, еще не умеет, я думаю. Расскажи нам, что будем покупать. Нам надо купить три вещи точно, и потом еще, может быть, еще пару вещей. Ясно. Первое, нам надо торт купить, второе, нам надо купить бананы, и третье, нам надо купить мороженое. Ну, мне кажется, ты очень подробно расскажешь, и особенно ты заинтересован в бананах, правильно? Да. Рассказывай, зачем они тебе? Я буду готовить банана-бред. И мне надо для этого 6 черных бананов. О, слушай, давай мы с тобой посоветуемся с нашими зрителями. Ребятки, вот смотрите, мы заметили, что особенно вам нравится видео с Семеном. Да. Или, не знаю, Ютубу нравится. Но, в общем, они набирают почему-то больше просмотров. И вот мы с Семеном думаем, как нам набрать видео, сделать видео, которое наберет 100 тысяч просмотров. Да. Вот дайте нам тему, на какую нам тему записать видео, чтобы мы набрали 100 тысяч просмотров. И, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Есть идея, знаешь, что можно сделать? А ну-ка, давай. Можно заснять всех детей в нашей семье. Так. Мы все вместе идем закупаться в магазин. Ох, это и классная идея, надо попробовать. Пошли там туда сначала? Пошли, туда. Да. Папа меня оставил самим, и теперь я могу брать, что хочу. Я чувствую себя очень сильным. Мы возьмем курасаны. Не, лучше булочки. Да, не, мы возьмем булочки вот такие. Мне они очень нравятся. Но мы их давно не покупали. И пойдем еще сюда. И возьмем еще кое-что. Сейчас вам покажу. Это вот такой багет. Он стоит $5 за два таких батона. Сейчас идем торт выбирать. Я знаю, какой мы торт будем брать. Мы, скорее всего, возьмем вот этот тортик. Это шоколадный такой прямоугольный торт. Сюда ставим. И он стоит $16. Идем дальше. Я думаю, я возьму еще вот такое мяско. Наверное, вот это. Да, вот это мяско. Оно стоит $10. Нет, это стоит $5. Мы пришли к бананам. И я сейчас стараюсь выбрать самые-самые черные для моего рецепта. Мне нужны самые черные бананы. Может быть эти? Нет. Тут они особо не черные все. Так. Вообще бананы стоят $1.29 за 3 паунда. Я думаю, тогда я возьму просто простых и поставлю их. Еще вам расскажу секрет.
Если вы берете, хотите, чтобы ваши бананы были черные, например, на рецепт какой-то, можете их поставить в холодильник на 2 дня, и тогда они станут черными. Мы зашли в морозилку, тут очень холодно, поэтому у меня есть кофта, поэтому мне не настолько холодно, но все равно холодно. Я думаю, мы теперь возьмем вот такой салат. Он стоит 7,49. А зачем ты это берешь? Потому что я хочу салат. Окей. Драка возле Коста, смотрите. Смотрите, их что-то преследуют все. Они что-то украли, что ли? Куча сотрудников идет за ними. Семен, я хотел тебе показать видео, которое я только что записал. Okay. На, просмотри его. Вот сейчас включи его себе на весь экран. Так и видео и назовем. Драка в Костко. А что они делают? Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Ну что скажешь? А что случилось? Они украли? Да, они украли. Потом за ними погоня была, видел? Это только что на улице? Да, вот только что прям. Прикол. Окей. Ну, кстати, ребятки, как вам идея Семена насчет того, чтобы все дети пошли вместе в Костко и закупились? Идем дальше. Что у нас еще осталось? Нам еще надо... Мороженое. Мороженое. И все? Да. Еще можно. И все, и убегаем. Интересная вещь, то, что американцы любят делать, они покупают такую коробку с разными конфетами на каждый день с 1 декабря, то есть каждый декабрь, то есть 1 декабря, 2 декабря и так идет. Каждый ты открываешь одну коробочку, и там одна конфета. И они даже делают такое для собак. Вот. Вот, смотрите. Делают для собак еду в коробочках. На каждый день это. Интересно. Да, это интересная штука. Американцы очень странные. Да? Да. Окей. Погнали за мороженым. Мне надо будет тут. Да, где мне? И кое-что. Купить за Thanksgiving. Помните видео Семена, где он брал рождественские напитки? Да. Я взял их, и теперь их тут... Я думаю, я сегодня возьму вторую еще пачку, а тут их больше нет. Разобрали. Думаю, может быть, другое что-то возьму. Надо мороженое выбрать. Давай. Вот это. Да? Да. Два берем, да. Угу. Я думал, два ванильных, потому что на них скидка хорошая. А на те тоже? Да. Нет, это на вот это можно. Это вот. Ну давай вот этих тоже возьмем. Все? Да. Еще я хочу какой-то напиток. Да? Какой же? Thanksgiving, думаю. Так, может, придешь на Thanksgiving отдельно закупишься? Наверное. Давай отдельно. Все, погнали на кассу. Вот что мы закупились. Не мы, точнее, а Семен. В общем, ребятки, мы ждем от вас идей, какое бы нам такое видео забабахать, которое было бы очень интересно. Может быть, мы сделаем так,
мы возьмем, посмотрим, какие комментарии будут под этим видео. Да. И мы выберем один или два идеи, и мы их сделаем. Давай. Я полностью согласен. Поэтому в комментариях ставьте идеи, какие, что можно сделать на следующем видео. Отличная идея. Полностью поддерживаю. Так, ну вот, и мы уже типа тут закупились. Видите, сегодня видео такое получилось у нас. В общем, я и драку записал. Да. Захожу, то есть она мне рассказывает. А не, этот мужик там, Бобби, знаешь, это такой азиат. Он говорит, да, они были пьяные. Но мне интересно, чем она закончилась. Я уже не стал с ними прям их там до конца ждать всей истории. Так, ну все, мы на кассу. Так, насколько ты скупился, расскажи нам. Я скупился. Маму сегодня будем мучить? Нет. Нет? Я скупился сегодня на $66. 66. И 10 центов. И 10 центов. Ну что? Кажется, одному сотруднику понравилось, что мы снимаем на камеру. Он начал махать, а второй был удивлен, но отреагировать никак не успел. Так. Подожди, ты еще каких-то булочек набрал? Нет. А я и не заметил. Какие булочки? Ах ты жук такой, а? Что? Это я, кажется, встрял. Что? Я на это не подписывался. Так тут был занят этой дракой и камерой, что просто-напросто он накупил всего того, чего... В общем, мама нам не заказывала. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Я же закупался. Ну ты же закупался. Я себе для себя чуть-чуть. Да я понял тебя, понял тебя. Ой, давай бери, наверное, как-то куда-то, чтобы он не летал у нас. Сиденье надо сложить. И мороженое не забыть. Так, что это вы тут накупили, красавцы? Я тут ни при чем вообще, это все Семен. Ну, мороженое, хорошо. На скидочке да, было, родная. Мороженое? Да. А булочек зачем набрали? Я не брал, я не заметил. Я когда он грузил в машину, я понял. Говорю, ты что это я заплатил за это, что ли? И вот оказывается, да. А что вы с ними сделали, что они в лепешку превратились? Родная, я вообще ничего не видел. Я записывал драку. Окей, ну понятно. А он закупался. На какую сумму он скупился? Давай, угадывай. Тан-дарадам, тан-дарадам. Где-то $65, думаю. Вы представляете, вы же знаете, он закупился на $66. Она угадала с погрешностью в $1. Все, ребят. Мороженое, прячься в морозилку быстренько. Все, спасибо всем за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.